Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать и дать одну рекомендацию. Не всегда поддавайтесь на уговоры детей. Как видите, мы завели хомяка. Но почему-то я не ожидал, что меня ожидает такой сюрприз. Хомяк, как оказалось, это ночное животное. И это чудовище спит днем с 8 утра и до 10 вечера. В 10 вечера у него начинается ночная жизнь. Он начинает крутить вот это колесо. Начинает шебуршать, шуршит и не успокаивается ни одну минуту. Эту клетку пришлось нам переселить в ванную, потому что по ночам это животное вообще спать не дает. Абсолютно. Просто мы такие чувствительные к звукам, и лишние звуки нас очень сильно будоражит, и мы не можем спать. Поэтому, если вы хотите завести хомяка, подумайте внимательно. Вот как его разбудить? Его сейчас даже пытайся, не пытайся, он не встанет. Там находится джунгарский хомяк. Дети, конечно же, ночью не слышат, а мы, взрослые, вешаемся. Поэтому его сюда переселили в ванную, поставили на окно. И он у нас здесь постоянно находится. Подумайте.